Сказка на все времена. В предновогодние дни в Тамбовском драматическом театре состоится премьера спектакля «12 месяцев». Постановщик, известный саратовский режиссер Алексей Зыков, хорошо знакомый театралам по его многочисленным проектам «Любовь и танец», сонеты Шекспира, а также по спектаклю «Дэнс-класс». В Тамбове он работает впервые, но неоднократно принимал участие в театральном фестивале имени Рыбакова. В интерпретации режиссера Зыкова классическая драматическая сказка «Маршака» заиграет новыми красками. Звучит музыки. Это классика в современной обработке, да, то есть здесь как бы еще решается вопрос воспитания ребенка, еще музыкальное. Мне кажется, что этот спектакль будет интересен разным возрастным группам. Естественно, только не совсем маленьким, да, то, грубо говоря, там лет с 6-7 его надо смотреть, раньше не надо. Вот. Я думаю, что он будет интересен взрослым. А уж что получится, посмотрим.